На улице весенний, осенняя чистка. Работают нефтяники в рамках месячника подготовки к зиме. Прямо сейчас они убирают с пешеходных дорожек опавшую листву, мусор, чистят бордюры и моют автодорогу. На радость местным жителям. Я бы сказал, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания – это социально ориентированное предприятие, которое оказывает префектуре железнодорожного района большую помощь в благоустройстве. Многие из вас знают нашу Новопавловскую рощу, которая усилиями нефтеперерабатывающей компании, администрации города и префектуры приведена в надлежащее состояние и стала таким оазисом благоустройства, где рязанцы отдыхают. И если вспомнить совсем недавние такие социальные дела, 2 недели назад на территории школы номер 37 было спилено около 10 аварийных деревьев. Облагораживать улицу Весеннюю вышла команда из 20 сотрудников нефтезавода, усиленная 5 единицами заводской спецтехники, трактором-щеткой, поливочно-моечной машиной, погрузчиками и самосвалом. Протяженность участка почти километр, впрочем, эту улицу нефтяники убирают уже не первый год, по уже сложившейся доброй традиции. Завод всегда активно откликается на просьбы города по участию в благоустройстве и санитарной очистке Рязани, тем самым подтверждая социальную ответственность бизнеса перед обществом. В настоящем году мы уже неоднократно участвовали в таких акциях, в акциях по уборке улиц города, по покосу травы, по посадке новых деревьев, обрезке старых, и выделяли технику по запросу. Считаем, что навести порядок в нашем городе – это хороший тон для каждого, кто любит свой город и кто относится к нему со всей душой. Ежедневно на городскую свалку вывозят до 20 тонн мусора. При этом минимизация воздействия на окружающую среду – приоритетное направление в работе РНПК. Именно поэтому завод участвует, а чаще инициирует всевозможные экологические проекты.